Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable. Ay, báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe. Мы находимся в замечательном центре международной торговли ЦМТ в Конгресс-холле, в котором буквально через несколько минут будет зарегистрирован рекорд. Самый массовый класс зумба-фитнес с большим количеством участников, причем ночью. Такого в России еще не было. У меня нет никаких сомнений, мы это сделаем. Seeing instructors, seeing members in Russia, I want to send you a big hug and good luck in your record tonight for the most beautiful, amazing class of Zumba in Moscow. Замечательно, что вы это делаете, что вы двигаетесь, вы танцуете, вы поддерживаете себя в форме. Главное, чтобы вам хватило сил и уверенности в себе. Это же самое главное. Вы именно для этого танцуете. Вы все победители. Вперед, ребята! Желаю удачи и запомните этот момент на всю жизнь. Я желаю вам всем удачи и желаю вам навсегда вписать свое имя в историю и установить рекорд. Я хочу поприветствовать и поздравить всех участников рекорда, такого масштабного рекорда зумбы, потому что это на самом деле прекрасно. Твои ребята хороши! Поздравляю! Танцуем вместе. Всегда ваш сособавлеший. Я хочу послать вам свою энергию, чтобы был задор, невероятные эмоции. Я желаю вам удачи на самом массовом уроке зумба сегодня. Чего ожидаете от сегодняшнего вечера? Бомбического жаркого вечера. Помимо танцевальных клубов Gala Dance, мы с Ольгой стали первыми, кто привез зумбу в Россию. И вся одежда, которая продается официально на территории России, продается в нашем магазине Zumba Store. И поэтому, видя, как развивается это движение, мы хотели использовать все наши ресурсы, все наши возможности для того, чтобы показать, насколько это красиво, здорово. Мы решили сделать ремикс самой популярной песни Филиппа «Цвет настроения синий», точно соответствующей стилю зумба. Столько энергичных, красивых людей танцуют зумбу. Спел свою песню, и все танцевали, все так тепло встречали. Я в шоке от организации, от такого мероприятия. Это прям масштаб. На самом деле, мне кажется, это праздник просто жизни, счастья, лета, весны, вообще все самое солнечное, что есть. This is a magnificent event. Yes, it's a big event for us. It's probably the biggest event we've done in Russia, because it's going to be a record. So yeah, we're super excited. And we think Zumba's reached a stage in Russia now where it's really exploded. Very exciting. Just look at how they express themselves in their Zumba wear, the colors and everything. That's how they feel. And it's just amazing how they take on the Zumba wear product and express themselves at events. Great. Как ее главный редактор. И сегодня с огромным удовольствием
удовольствием я хочу сообщить, что мы только что установили национальный рекорд на самый массовый зумба-класс. 950 человек! Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что 8 лет назад я был на первом уроке зумбы в России вместе с королевой зумбой Наташей Булл. Рад ее видеть здесь сегодня. Ну и, конечно, король поп-музыки Филипп Киркоров тоже сегодня сделал вам сюрприз. Я думаю, что многие даже не могли поверить, что он тоже принял участие в этом национальном флешмобе и стал участником этого рекорда. Я так горжусь, что вместе с таким количеством потрясающих, молодых, креативных, темпераментных, молодых людей, которые сегодня в едином танце слились, и я тоже не удержался вместе с вами и, естественно, сделал это возможным. Вы молодцы, вы это сделали, и я очень горжусь, что я в вашей команде сегодня. Спасибо! Мой цвет настроения синий. Сегодня плясали эти потрясающие молодые люди. Меня завели, и вообще это здорово. Я получил диплом красивый от рекордов Гиннесса. Это мой второй диплом уже. Когда-то был диплом за 30 концертов в Петербурге, тоже рекордов Гиннесса России.